А на улице у нас весна 2019 года. Вы видите, природа воскресает, земля пробуждается. А вот 222 года назад эти земли, село Кордовиль, деревня Понятаевка и Курино, в 1797 году указом Павла I были пожалованы русскому архитектору Василию Баженову. Однако через два года он умер и по завещанию отдал имение трем своим сыновьям. Но сегодня речь пойдет не о них. В середине 19 века Понятаевка, ставшая селом, уже насчитывала свыше 400 жителей и уже принадлежала генеральской дочери Елизавете Алексеевне Копьевой. И как раз в то самое время, аккурат в год отмены крепостного права в 1861 году недалече от ее села, в Серафимо-Дивеевском женском монастыре выбирали настоятельницу. Путем жребия ею стала Гликерия Васильевна Занятова. Вот только после этого в адрес епархиального начальства посыпались жалобы. В результате Святейший Синод не утвердил кандидатуру Гликерии и для восстановления порядка предложил удалить ее и еще двух сестер из Дивеевской общины. Первым порывом обиженных монахинь была мысль пойти в Саровский монастырь, чтобы там, над могилой своего духовного наставника старца Серафима, выплакать горе и спросить его и Бога о благословении и помощи. И тут-то Гликерия вспомнила Елизавету Копьеву. Надо признать, что Елизавета Копьева была выдающейся женщиной, знала батюшку Серафима и беседовала с ним в Саровском монастыре. Она и сама в молодости имела горячее стремление постричься в монахини, но батюшка запретил ей это. А однажды даже слезно просил ее, чтобы не оставила она сирых его, сестер Дивеевской обители, и даже поклонился ей. И, видимо, он уже тогда предвидел, что невольных дивеевских отшельниц Копьева примет с любовью. Вскоре и другие сестры стали переселяться на жительство в Понятаевку. В их числе были лучшие художницы и мастерицы мозаичного искусства. И тогда Копьева решила ходатайствовать об учреждении в своем имении женской общины. И непременно с наименованием «Серафимовская». Первый храм будущей обители осветили в июне 1863 года. А уже через год император учредил здесь женскую общину. При этом Александр II пожаловал ей еще 600 десятин земли. Именно на той земле впоследствии и образовался Введенский скит Серафима-Понятаевского монастыря, который в народе стали называть царским скитом. Столь неслыханная щедрость по отношению к только что нарождающейся общине объяснялась тем, что имя Гликерии хорошо помнили в царской семье, потому что забыть такое было невозможно, ибо тогда произошло самое настоящее чудо. Короткая полумантия Серафима Саровского, привезенной Гликерией во дворец, была излечена от тяжелой болезни дочь императора, княжна Мария Александровна. Уже через 5 лет община была возведена в степень третьеклассного монастыря с организацией при нем училища для девиц духовного звания. В истории Нижегородской епархии это, пожалуй, единственный случай, когда за столь короткий срок сначала была учреждена община, а потом монастырь. Надо заметить, что в его создании и становлении важную роль сыграл отец Иосаф, Иван Тихонович Толсташеев, ученик и келейник самого Серафима Саровского. Еще в 1849 году он издал в Москве книгу о Серафиме. Причем ее подарочный экземпляр с акварельными иллюстрациями преподнесли в дар императорской семье. Заметьте, вот ведь еще с какого времени стали почитать батюшку Серафима в семье Романовых. Как минимум за полвека до официальной канонизации. А сам Иосаф был похоронен у алтаря церкви любимого Понятаевского монастыря, которому покровительствовал. Еще при жизни он всемерно помогал послушницам, используя свои связи в Санкт-Петербурге. Тогда в Петербург и была отправлена группа монахинь под началом Гликерии Занятовой. Полученное ею художественное образование сыграло решающую роль в организации уникальной художественной мастерской в Понятаевской обители. И так случилось, что день священного коронования Николая II при его вхождении на престол назначили на 14 мая 1896 года. День празднования чудотворной Серафимо-Понятаевской иконы «Знамение Пресвятой Богородицы». Специально для этих торжеств живописцам обители были заказаны иконы небесных покровителей Августейшей Читы. Как раз сейчас и настал черед рассказать о том, какую широкую славу монастырю принесла именно чудотворная икона знамения. Этот образ был написан в 1879 году послушницей Клавдией Ивановной
Войлошниковой. А через 6 лет, 14 мая 1885 года, в 9 часов вечера сестры заметили, что икона стала светлеть ликом. Лик становился словно живой, а взор Богородицы, устремленный на иконе вверх, стал направляться на молящихся монахинь. Явление это продолжалось четверть часа. Ровно в полночь все снова повторилось. Тогда икону перенесли в храм обители, и вслед за этим стали происходить исцеления больных. Вскоре для поклонения и исцеления в монастырь устремились жители окрестных сел. И слава о ней разошлась по всей России, и реки паломников потекли в монастырь. Кстати сказать, к тому времени хозяйство Понятаевской обители было основано на последних достижениях науки и техники. При монастыре работали кирпичный завод, мукомольная, мельница, кузница, водокачка, столярные и бондарные мастерские. В 1882 году был заложен больничный корпус. Большое трехэтажное здание для приюта больных и престарелых. В ноябре 1893 года скончалась Гликерия. Ее преемницей стала игуменья Нектария. Между прочим, к 1911 году в монастыре проживало уже 860 сестер и 50 девочек-сирот. И это был второй по численности женский монастырь Нижегородской губернии. И он активно решал социальные вопросы населения. В нем была больница, аптека, приют для девочек-сирот из всех сословий. Девочки обучались грамоте в церковной школе, иконной живописи и рукоделию. И никто силы не принуждал их по окончании учебы постричься в монахини. Они могли выйти замуж, причем получив приданное от монастыря. А еще при монастыре существовали гостиницы для знатных людей и дома для простых паломников, где они могли получать пищу, а в случае болезни жить до полного выздоровления. Как известно, после прославления преподобного Серафима Саровская пустынь стала центром притяжения сотен тысяч паломников. Но прежде чем прийти в Саров, они по пути посещали Понятаевский и Дивеевский монастыри. Этот маршрут и привел в Понятаевку великого писателя Владимира Галактионовича Короленко и философа Василия Васильевича Розанова. Вот что написал последний. «Вы едете полями, лесами, кругом хлеба и сосны, кругом деревни на много десятков верст, иногда на сотни верст. Все серо, грубо, бесприветно. И среди этой буквальной пустыни, культурной и исторической, горит яркая точка истории, цивилизации, духа. Сияют куполами и крестами великолепные храмы. Я первый раз видел пустынь. И как вообще не чужд идей монастыря и всего монашеского духа, я был очарован виденным, очарован и восхищен». Но после революции вся земля, продукты, сельхозинвентарь и скот были переданы крестьянам. Однако община продолжала существовать до 1927 года. Потом ее распустили, а на территории монастыря разместили детгородок, школу крестьянской молодежи, кошмовальную артель и дом инвалидов. Во время Великой Отечественной войны здания монастыря были переданы под госпиталь и интернат для эвакуированных детей. Так здесь с 7 марта по 23 мая 1944 года находилась на лечении знаменитая ленинградская девочка Таня Савичева. А с 70-х годов прошлого века здесь стал действовать психоневрологический дом-интернат. Но не так давно проскочила информация, что на строительство нового здания для этого столь необходимого социально-медицинского учреждения, но уже в новом месте, выделяют 400 миллионов рублей. Так что думается мне, что в недалеком будущем Понятаевский монастырь возродится в былом великолепии. А в завершении очерка я открою вам тайну. По неофициальным данным, главная святыня монастыря, знаменитая чудотворная икона, не утеряна. Дело в том, что все эти годы бывшие монахини монастыря прятали ее и передавали друг другу, надеясь, что кто-нибудь и доживет до нового открытия старой обители. И последняя из них на смертном одре завещала ее одному протоиерею. И говорят, что икона эта до поры до времени хранится дома у того батюшки и ждет своего часа, чтобы вернуться в свою обитель.